Здравствуйте, дорогие граждане, уважаемые мергубчане! Вот и настал прекрасный момент. Сегодня вся страна отмечает Новый год. У нас был очень интересный и в то же время трудный год. Мы собрали почти 3 тонны мусора на стоянках. Мы собрали и разобрали 300 палаток в карельских лесах. Мы собрали 947 шишек на аниматорских часах. Мы много чего собирали в этом году. Хочется отметить тех инструкторов, которые, несмотря на непогоду в начале июня, бодро и уверенно вели свои группы через дождь и холод, преодолевая десятки километров. Вот это упорство, друзья! Каждый из нас внес свой вклад в развитие лагеря и страны. Кто-то проплыл больше всех километров, кто-то обнес больше всех порогов, кто-то съел больше всех ячменя и ячки. Все же мы большие молодцы! Хотелось бы пожелать вам в наступающем году терпения с вашими подопечными, теплой и солнечной погоды во время ваших походов, отличного клёва на ваших стоянках. Больше улыбайтесь! Это не только отличное настроение и заряд бодрости на весь день, но еще и разминка для мимических мышц лица. У вас не будет морщин, я гарантирую. Желаю вам успеха в наступающем году, красочных будней и веселых праздников. Ждем всех вас в следующем году в нашем лагере. С Новым годом, друзья! С наступающим 2015 годом! Ура! Happy New Year! Happy New Year! May we all have a vision now and then. Boom! 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 Это можно после речи. Без 10 аж включи. Добро один, сцена один. Лень, значит, когда он смотрит вправо, это плохо, а когда в кепке, это нормально. Ну, ты нормально? Ты портишь вообще просто. А кепки не портишь. Да? Дмитрий Михайлович, предлагаю текст читать. Изитка поднимается. Ну, конечно, я буду вот так. Все, поехали, что ли?